Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Смотритель кладбища». Как ты помнишь, в прошлой серии к нам приходила некая барышня, якобы от Инквизиции, и делала небольшой такой расспрос. Ну, естественно, мы промолчали, не зная, во что это все выльется, а мы продолжаем. Так, начнем, наверное, с наших заданий. Кстати, сказали, что добавили сумки. Видимо, мы можем их потом крафтить. Я еще, наверное, по технологиям не дошел до этого. Потому что тут очень много чего должно быть открыто. Потихоньку-потихоньку будем с тобой развиваться. Единственное, что видишь, я не так много уделяю времени этой игре. Потому что зритель почему-то не особо жалует ее, не знает. По мне, так лично игруха превосходная. Если бы на нее был бы спрос, естественно, я бы снимал ее как можно чаще. Так, вот, ребят, смотрите. Ты точно не хочешь быть его врагом? Спросить о леди Беатрис. Вот нам нужно пойти к Инквизитору. Вот в этот день. Этот день будет уже скоро. Ладно, а пока мы с тобой... Так, тебе нужно вернуться... Ну, это понятно, это мое основное задание. Вернуться к любимой. Мы же с тобой... Помнишь, как началась вообще игра? Как мы сюда попали? Чисто случайно, мы шли по улице, нас то ли сбила машина, то ли мы упали, и мы просыпаемся уже здесь. Вот в этом мире. Вот, нам нужен с тобой пастух, одноглазый, одноногий, однорукий мужик, выглядит слегка свирепым. Спросить о таинственной женщине, я так понимаю, это тоже о той девчуле, которая к нам приходила. И нам нужен мастер Аларих. Спросить о таинственной женщине, спросить о леди Беатрис. Ну и принести ему кровь. Также у нас повар. Улучшить кухню, я разве не улучшил? Короче, пойдем с тобой сходим в лагерь беженцев, да? Все равно нам с тобой с Аларихом надо разговаривать. Кстати, я кровь-то с собой прихватил, чтобы не идти туда с пустыми руками. Все отлично, а зачем, извини меня, порошок здоровья я с собой прихватил? Он меня только немножко смущает. Занимает, не так. Давай мы его, наверное, выложим с тобой где-нибудь тут недалеко. Ать, все забито. Да, все забито под завязку. Вот сюда я, наверное, выброшу его. Глаз ведьмака. Да, спасибо, ребята, за ваши комментарии. Я понял, что у нас... Вы почти готовы к Хэллоуину. Что я там кое-где попропускал, да? У ведьмы, у Клота я пропустил. Вы написали какие-то там видения. Так... Твою ж налево, у нас еще с тобой... Блин, послание революционное. Сейчас мы с тобой глянем, что нам здесь нужно сделать. Это я, наверное, выложу отсюда. Семена эти все. Слиток серебряный. Так, эликсир исцеления. Зачем мне столько эликсиров, я не пойму. Для чего я их брал? Так, ну кирку я ставлю. Так, давай посмотрим теперь, что у нас тут. Так, использовать. Земли ослам, фабрики тоже ослам. Наши ослы обменяли боевое снаряжение у лошадей на разовые ленточки для гривы. Теперь они не только ведут себя как кретины, но еще и выглядят как кретины. Второе. Когда карета превратилась в тыкву, королевский ветеринар потерял ботинок. И этот ботинок нашла молодая и богатая вдова. Сегодня они поженились и планируют жить долго и счастливо. Но, несмотря на это, третья фаза также была признана ИКПОП успешной. Наконец-то мы готовы к революции. Прежде всего, нам потребуются банки белой и черной краски. Мы перекрасим свою шерсть. Все решат, что мы зебры, и никто не подумает, что мы ослы. Кроме того, нашим союзникам-крысам попросили желе невероятного могущества. Оно сделает их большими, сильными, владеющими боевыми искусствами и любящими черепах. Ну и, конечно, нам понадобится знамя. Революция без знамени все равно, что хранитель кладбища без бороды. Скрестим хвосты. Очень и очень надеюсь, что осел оставит меня в покое после этой их революции. Хотя я бы точно не отказался от части награбленного революционерами. Значит, друзья мои, нам с тобой столько заданий подавал. Идеолог революции я получил достижение. Короче, нам нужно там дофига чего делать, знамя им сделать. Ой, давай посмотрим. Персонажи. Где у нас ослик? Будем сейчас с тобой смотреть. Так, я к Алариху вообще попаду сегодня или нет? Да попаду, в принципе.
Вот осел. Сделать две банки белой и две банки черной краски и отправить ослам. Так, сделать 5 желе невероятного могущества. Сделать и отправить ослиное знамя через ящик для контрабанды. Короче, пойдем с тобой посмотрим, что там в ящике для контрабанды лежит. И вообще, какие там ресурсы нужно для того, чтобы сделать знамя. А вот насчет банок, ну ладно, с белой, с черной краской это понятно. А где я им сделаю желе могущества? Вот, что-то я такого не помню. Смотри. Так, создается на зомби стол. Это я сделаю. Вот это что такое? Биологически активная добавка, так что за последствия ответственности не несем. Создается на кухонном столе? Да ну, что-то я не помню, чтобы это создавалось на кухонном столе. Так, и отправить знамя. Это где оно делается? Создается на церковном в плане. А у меня что, разве отдельный есть верстак церковный? Они ничего не попутали? Церковный верстак. Это что у нас с тобой? Так, место под могилку. Какой церковный верстак? Что они несут? Нету? Подожди, может быть, это в технологиях у нас появилось? У меня не было никакого верстака церковного. Что они несут-то здесь? Что-то не то, ребята. Или мы опережаем события, или наоборот, не догоняем. Верстак церковный. Я просто не помню, чтобы у меня здесь был какой-то верстак. Вот серьезно тебе говорю. Так, разрешение на эксгумацию. Полноправный. Ну, это понятно, это все наши достижения. Внутри давай посмотрим. А может быть, он делается у нас? Канделябр, так. Витражное окно, скамеечка. Чё-то, друзья, я не пойму. Это молитва. Ну, это понятно, что в следующий день. Я даже немножко в ступоре. Вот серьезно тебе говорю. Какой церковный верстак? Блин, у меня комбо молитва, оказывается, вот здесь вот была. А я еще одну сделал. Ну, ребят, бывает такое. Это масло, это освежитель. А что? Так, исследование завершено. Раскладывается на что? Непонятно. Твою ж налево. Короче, давай слетаем туда. К революционерам. И я не знаю, где здесь верстак церковный я должен сделать. Его даже в постройке нету, понимаешь? Может быть, нам спросить в день молитвы у этого монаха? Может быть, он мне расскажет? Скорее всего. Так, ладно, мы с тобой отправляемся. Использовать и полетели-ка мы с тобой. Да что ты будешь делать? В лагерь Северная цитадель. А что, я могу туда телепортироваться, что ли, уже? Не понял. Ладно. Что у этих ребят тут происходит? Так, этот хочет со мной поговорить. Что тебе нужно, мужичок? А ростовщик приветствует новых гостей. А ростовщик знает, чего желает его гости. Золото, серебро. Все это уже ждет вас. Лишь протяни руки. А ростовщик утопит вас в деньгах. Вы отдаете ценности, особенно золотые ценности, ростовщику, и все богатство мира у ваших ног. Ну, а если нет ценностей? О, ростовщик так добр, что отдаст вам свое золото просто так. Серьезно? Мне это нравится. Разумеется. Разумеется, и вы должны быть добры к ростовщику и однажды вернуть ему его деньги. С незначительной крошечной комиссией 1% в день. Ты серьезно? Всего 1%? Ну, по рукам, давайте мне ваши деньги. Слушай, соглашаться на такую аферу, я не знаю, в день 1%. Хотя зачем мне деньги, если они у меня есть? Подумаю об этом, увидимся позже. Пока я не вижу, ребята, смысла. Так, а вот насчет кухни улучшить, я, по-моему, ее улучшил. Так, давай покормим кровью вначале Лариха, пока он там не отдуплился. Я закрываю глаза и вижу братьев. Я скучаю по ним, несмотря ни на что. Ага, Беатрис мы сейчас спросим.
Благодарю, это поможет мне прожить еще один день. Так, а таинственной... А подожди-ка, а леди Беатрис и о таинственной женщине, это разве не одно и то же? Ну-ка посмотрим. Задание выполнено. Я кое-что выяснил, мастер Аларих, о вампирах, которые вас похитили. Им приказала сделать это некая женщина, и это из-за нее вас превратили в вампира. Женщина в черно-золотом плаще, вы о ней что-нибудь слышали? Нет, не слышал, я бы вспомнил, если бы они ее упоминали. Зато они постоянно упоминали Энгулей, обещали бросить меня им на сиденье, если я не начну говорить. Как глупо. Любой взрослый человек знает, что Гулей не существует. Мне кажется, эта женщина может быть ключом к нашей тайне. Прости, не могу тебе помочь. И слушай, а почему ты так странно пахнешь? Дело в том, что когда леди Беатрис пришла ко мне, она... А, неважно. А она же, помнишь, попшикала определенными духами. Потому что она сказала, что-то у тебя, говорит, в квартирке пахнет трупачиной. В принципе, вот это ее немножко и смутило. Ладно, хорошо. Я просто делаю то, что должен. Но, скажем, днем этот груз все сильнее давит на мои плечи. Давай-ка мы о леди Беатрис поговорим. Мастер Аларих, вы наверняка знаете что-то об инквизиторе Беатрис. Она приходила ко мне домой. Беатрис? Совет поручил наше дело Беатрис? Видимо, они еще сильнее не в себе, чем я полагал. Что вы имеете в виду? Что вы о ней знаете? С тех пор, как она появилась несколько лет назад, произошло немало странных вещей. Она сделала головокружительную карьеру, собрала сотни сторонников в Инквизиции, включая даже советников. Ну и что в этом странного? Она амбициозна, умна и довольно красива. Не в моем вкусе, конечно, но... Ее влияние на Совет и Инквизицию чересчур велико. Там есть какой-то секрет, я уверен. Интриги, взятки, неформальные отношения? Несомненно, но этим пользуются многие. Есть что-то еще? А что... Не жди от них благодарности, довольной того, что они не швыряют в тебя камни. Интересно, интересно мне становится, ребята, что же за леди Беатрис и как она получила за такой короткий срок вот такие полномочия. Так, что у нас тут? Я могу зайти? Нет, не могу. Сколько репутации? 8 из 8, это максимальное, да, в данный момент я могу... Кухонный стол, ё-моё, не хватает мне, да? Короче, пойдем с тобой за брусками, 12 штук. И нам нужны с тобой гвозди. Короче, брус и гвозди. Гвозди 18, брус 12. Не забыть бы это все. Гвозди 18, брус 12. Использовать. И... Да что такое-то? И полетели с тобой в милый дом. Так, ну, брус у нас с тобой должен быть. Брус 12, да? Гвоздей 18. Да ладно, не может быть, чтобы... Так, есть. Три бруса мы уже нашли с тобой, но этого мало. Три бруса, этого мало. Так, точильные камни. Так, послание можем выложить с тобой, но все равно оно пока не нужно. А вот топор я, наверное, возьму. Или он сломанный? Он, по-моему, сломанный. Скажи мне на милость, зачем мне сломанные топоры? И вот исследование обсидиана. Вот зачем, ребята, мне создаются на исследовательском столе? Вот что мне это даст? Я вот не понимаю. Эти рецепты, так же как и верстак, да, церковный. Где я его возьму тебе, этот верстак? Всего здесь нету. Блин, да ладно. А, вот, брусочки. Короче, нам нужно 13, по-моему, брусков. И 18, сколько я помню, гвоздей. 18. Так, создать, что мы там создаем с тобой? Я не знаю, мне нужны гвозди. Вот что я знаю. Гвозди, по-моему, обычные, да? Не кровавые. Все. Так, кирку я, наверное, уберу. Все, давай создавать. В плане. А, ну да, 24 гвоздика. Все, нормуль. Так, точно брусочков нам нужно 13? Гвоздей-то я помню, 18. Ладно, на всякий случай сделаем еще брусочек. У нас тут нету.
Брусочек, брусочек, вон она, пилорамка. Давай с тобой создадим. Ну, на всякий случай, вот еще 8 штучек. Лишним не будет. И я не знаю, может быть, кемрнуть нам пойти? А? Как ты считаешь? Да ё-моё. Создать. А, F, F, а я... Блин, а я на создание нажимаю, на E. Так, брусочков мы с тобой сейчас наделаем. И я думаю, наверное, кемрнём пойдем. В этот день нам нужно сходить к инквизитору. Об этом тоже не стоит забывать. И будем спрашивать о этой самой Беатрис. Ну, а пока мы с тобой спим, у нас, соответственно, идет сохранение и восстановление сил. Так, я надеюсь, смогу ли я успеть туда слетать, сделать кухню и вернуться обратно. Я отлично выспался, я за тебя рад, парнишка. Еще пока ночь на дворе, поэтому я думаю, вполне мы успеем с тобой все это сделать. Так, лагерь беженцев. Так, сразу этого покормим с тобой, чтобы он кони лишний раз, как говорится, не отдал. Дать ему крови. Благодарю. Это поможет мне прожить еще один день. Слушай, а что будет, если я его не покормлю, а? Он отдуплится? Или понтуется он? Так, построить кухонный стол. Стоп. Построить кухонный стол у нас есть. Мне нужно его улучшить. Так, где-то меня хотят, по-моему, обмануть. Давай почитаем внимательно. Так, еще банки сделать этому ослу. Надо, вот что не забыть. Сообщить ему об угрозе. В плане. Так, мне нужен Теодор, оказывается. А, ну да, то, что за ними охотятся леди. Так, принести кровь, улучшить кухню. Ребят, не знаю, написано улучшить кухню. Наверное, надо поговорить именно с ней. Ну что же, придется нам с тобой здесь немножко задержаться, да? Совсем чуть-чуть. Сундук, давай глянем, что у нас тут в сундуке лежит. Тесто, ягоды, ягодный сок. С водой у них все нормуль, колодец у них есть. Вот, вот она, девчуля, дай-ка я с ней. Сейчас она уйдет, наверное, на точку. Че, она пошла шмотки что-то свои? Мне буквально обрезали крылья. Всего 12 видов специй, но это же невыносимо. Торговать. Ух ты. Вау. Рецепт, оказывается, у нее есть. Простые закуски. Хм. Окей. Слушай, ребят, я... Ну что ты... Эй! Ребят, я в тупике. Трындец. О, слуги передали мне мою коллекцию зубочисток. Чудесно. А что у вас? А у нас то, что ты, блин, меня зажал здесь. Ядрёно. Фух. Так, Маркиз, нам нужно с тобой поговорить. Чего ты кашляешь? Наш разум, наша воля отныне, они свободны. Клетки и оковы остались позади. А вот здесь бы я не радовался бы заранее. Так, предложить построить автоматический колодец? Ну, давай. У меня есть любопытная идея. Что скажете об автоматическом колодце? Это будет более чем полезно для нас. А вы точно сможете его построить? Хм, а почему бы и нет? Так, напросился, король. На задание. Эх ты, пройдоха, пришел все-таки, да, в огородике пошалить? Ну, пошали. Так, ну, мы с тобой дальше. Однажды мы вернемся, и они заплатят за свои преступления. Мне хотелось бы на самом деле узнать, почему за ними вот устроили этот гон. Так, спросите о развитии лагеря, но мы все прекрасно знаем. Вот предупредить Теодора о леди Беатрис. Ну-ка. Ах, хранитель, вы как раз вовремя. Я уже думал снова навестить вас. Ужасные новости, король был в ярости и даже говорить отказался с моим кузеном о нашем помиловании. Свадьба его сына была сорвана, невеста мертва, в плане. Ого, что произошло? Инквизиторы. Несколько инквизиторов во главе с некой леди Беатрис обвинили ее в колдовстве и сожгли по ходу дела, да? У них даже были какие-то доказательства, поэтому судебное производство было быстрым. Плохо. Между прочим, упомянутая вам леди Беатрис недавно приходила ко мне. Она вас ищет. Нам некуда идти. Остается надеяться, она нас не обнаружит и прекратит поиски. Нам придется оставаться здесь надолго. Возможно, даже навсегда. Могу я вам как-то помочь? Прежде всего, я бы попросил вас улучшить склад и лагерный костер.
А чтобы принять больше беженцев, нам нужна еще палатка. Хм, этот запах гвоздик, откуда он? Странно. Так, новое задание. Улучшить склад, улучшить костер и построить автоматический колодец. Ну что же, давай займемся по мере возможности, что мы сейчас можем с тобой сделать. Что мы сможем улучшить, давай глянем. Так, колодец. Блин, не хватает. Беженцы, склад. Слушай, смотри, лагерный костер. Ну, короче, нам нужны с тобой доски здесь, я так понимаю, доски. Блин. Колодец. Кухонный стол. То есть выбор, да, у меня? Либо-либо. Так, здесь склад. Костер. Короче, я пошел за досками. У меня вообще доски-то, может быть, здесь где-то есть. Да нет, откуда здесь доски? Никаких досок нету. Короче, мы летим с тобой домой. Слушай-ка, домой летим. И день-то у нас с тобой, ну, начался. Пойдем, короче, к инквизитору. Узнаем по поводу леди Беатрис. Так, подожди, я сразу возьму досок, чтобы не забыть. Я ведь такой капуша, могу и запамятовать, пойти потом. Так, доска. Ну, давай, наверное, возьмем с тобой штучек 45. Я думаю, этого будет более чем достаточно. Что-то ветер поднялся или что? Что это такое тут у нас, ребят? Видишь, какой-то ветер поднялся, туман идет. Хотя день на дворе. Что-то как-то не нравится мне это все. Ладно, 45 досок у нас с тобой есть. Давай здесь просочимся. Эть, застрял. Окей. Не, смотри, серьезно, тебе говорю, какой-то ветер дует нездоровый. Я даже слышу его и ощущаю. Что-то пахнет недобрым. Так, инквизиция у нас, по-моему, находится здесь. Инквизитор, ты, надеюсь, уже на месте стоишь? Ведьмина гора. Вот он. Он стоит. А леди Беатрис? Монсеньор, слыхали ли вы что-нибудь о леди Беатрис? Пу, естественно, слыхал. Я слышу о ней весь последний год. Другие советники на ней просто помешались. Зовут ее нашей гордостью, будущим инквизиции. Звучит так, будто вы ее недолюбливаете. Все это девичьи хлопанье, ресницами и прочие штучки на меня не действуют, зато я вижу истину. Ох, монсеньор, не перестаю восхищаться вашей мудростью. В чем же истина? Это чудовищно, но я опасаюсь, что ее вера не столь крепка и фанатична, сколь обязана быть. Понятно. А ну погоди-ка, что это за странный запах от тебя? А это долгая история. Так, это все что ли? Что-то нам ничего толкового и не говорят, если быть честным. Ну я на самом деле... Почему их смущает этот запах, я не могу понять. Запах гвоздик, он с чем-то замешан здесь или что? Почему они так все на это обращают внимание? Явно какой-то, да, вот акцент делают. Слушай, где мне найти пастуха? Мне писал Сашка Московский, где его можно найти. Но я забыл. Я забыл, он сказал где-то. Где-то за коровником. Сзади коровника он должен стоять. И я, правда, не помню, днем или ночью, по-моему, днем или ночью все-таки. За коровником. Сейчас попробую его найти, мне нужно еще и с ним, понимаешь, поговорить. О, тут видение, ребята, надо глянуть. Надо глянуть. Что? Так, вот. Что мы здесь с тобой можем увидеть? В самом центре пчеловод устанавливает манекен, изображающий Адама с мишенями на руках и ногах. Пчеловод бьет в гонг, ничего не происходит. Пчеловод уносит манекен и приводит Дига, также с мишенями на руках и ногах, облизывающую медовую палочку. Этот... Он пчеловод, он помешанный же на месте, да? Ладно, вот у нас пастушка.
Ну, где-то же должен быть и пастух. Вот он стоит где, елки-палки. Ну и какого черта ты это сделал? Если б ты не вмешался, я бы с кровососом за секунду справился. Или он бы с тобой справился за полсекунды. Прошу прощения, обещаю, больше такого не повторится. Надеюсь, у него не было ни шанса. Ты же помнишь, он даже оглох от страха. Так, спросить о женщине. Таинственной. Никогда не выходи из дома без оружия, хранитель. Мы должны быть на страже, зло повсюду. Никаких сомнений, скажи мне, что-нибудь ты знаешь о женщине в черно-золотом плаще? Она оборотень, злой дух, всадник с пылающим черепом вместо головы? Она может быть вампиром, но я не уверен. Ну так убей ее, вскрой и проверь. Слушай, она существовала 30 лет назад, но кто знает, где она сейчас, жива ли вообще? Черно-золотой плащ, ты сказал. А знаешь, помню я одну фреску. Я ее очень любил, когда мальчиком посещал городской собор. Она называлась «Учитель против королевы вампиров». И эта королева носила именно такой плащ, если я верно помню. Королева вампиров. Звучит угрожающе. Кто еще может знать об этой королеве вампиров? Кто часто общается с нежитью? Герри? Герри. Спросить, неужели он включился в игру, друзья мои? 300 лет прошло, все молчал там, на лавочке сидел. Теперь, наконец-то, мы его растеребунькаем. Так, ну что, давай посмотрим, что у нас с тобой. Блин, технологии не открываются. Нам еще краску делать с тобой. А, и рецепты давай изучим, наверное. Так, тертая морковь, тертая свекла и вареное яйцо. Отлично, три новых блюда мы с тобой узнали. И давай, наверное, мы все-таки слетаем в лагерь беженцев. Надо маленько тут им усовершенствовать. Ну разве это кухня первого уровня? Даже второго уровня, ребят. Ну почему мне нужно улучшать ее? Не пойму. А это кто такой? Что это за ковбой Мальборо Мэн, ё-моё? Ладно, кухонный стол, так, новый склад. Или костер. Давай костер, наверное, улучшим им. Оу. Хо-хоу, хо-хоу. Смотри. Улучшили? Так, счастье поселенцев теперь увеличилось до 9. Ну смотри, прямо возле костра у них тут бочки. Они могут теперь прям тут месить, бросать в котел. В общем, все отлично. Так, они что, все уходят спать, да? Они все уходят спать. Так, мы с тобой поговорили с инквизитором. Ага, вот у нас теперь тут показывается все, да? Отлично. Ну что, раз они пошли спать, и я, наверное, пойду к Кимарну, или что? Или мы с тобой куда-нибудь сейчас зарулим? А, у нас же Герри. У нас же Герри родной ждет. Пошли к нему сходим, навестим его. Пускай что-нибудь нам расскажет. Надеюсь, что-нибудь полезное мы из него выудим. Так, отвалите от меня. Летучие мыши прочь, я сказал вам. Вот засранки, а. Так, подожди, куда я иду-то? Не в те края. Вон, на зомби нападайте. Правильно, зачем им зомби? Зомби это мертвец, а им нужна кровь. Так, ну что, будем спать или пойдем, наверное, поговорим с Герри? Заодно, пока у нас с тобой ночь есть время, попробуем сделать белую и черную краску. По две баночки всего лишь нужно. Морковки нет, соответственно, трупики. Ой-ой-ой-ой-ой, трупик-то, ребята, сейчас... Да, он практически уже испортился, все. Его только сжигать, 36% там остатки. Ну что, Герри? Привет. А королеве вампиров? Ну? Герри, ты кого-нибудь встречал... Ты когда-нибудь встречал женщину в черно-золотом плаще? Отличный вопрос. Парню с амнезией. Частичная амнезия, ты хотел сказать. Ладно, а слышал ли ты что-нибудь о королеве вампиров? Ну, я слыхал, бывшая жена смотрителя маяка использовала это прозвище в их домашних играх. Герри, пожалуйста, прекрати острить, это вправду серьезно. А раз так, ты ищешь не там.
Есть только два надежных источника информации. Городские домохозяйки и привидения. Но в город мне не попасть. Тогда возвращайся завтра, я поболтаю с местными призраками, но знай, что это эксплуатация черепов. Да, кстати, твой новый аромат, эти гвоздики, он отвратителен, фу. Никому не нравится этот запах. Что-то написано было вернуться к Гере на следующий день. На следующий день я вернусь. Так, где у нас с тобой делается краска? Ты помнишь? Я вот забыл. Там нужно белое и черное, да, сказали? Посмотрим, может быть у нас... Ни шиша. Ни шишарики. Блин, а где же она создается? Я не помню. Здесь, может быть? Это эликсиры. Да блин, белая и черная краска. Да более знакома где-то. Так, это печатная ерунда. Так, это молитвы. Хм. Так, я могу что-нибудь здесь исследовать? Ничегошеньки я не могу тут исследовать. Слушай, ну, может быть, вот на этом столе создать? Тут тоже молитвы. Зачем мне два молитвенных стола? Объясни-ка мне на милость. Зачем я понаставил тут этого? А, может быть, вот тут вот. Так, черная краска. Смотри, нам нужно с тобой графит. А для белой масло. Создается на винной прессе. Ручная мешалка. Масло. Винный пресс, ручная мешалка. А масло, если я не ошибаюсь, достается из мозгов. Так, ручная мешалка, да, сказали? Это вот здесь получается. Жир. Ну да. Получается, нам нужно с тобой... А, жир нам нужен. Ну-ка, подожди секунду. Жир или все-таки из мозгов? Твою ж налево, у меня запасы все наверху. Ладно, пойдем сходим за запасами. Я не помню, ребята. Нету вот этого вот, как тебе сказать, энциклопедии, да, или как там сказать, где можно было бы это почитать. Что нам нужно? Так, подожди, куда идут вообще? Так, я иду к себе на склады. Хотя я мог бы сейчас выпотрошить любого мертвяка, да, и из него все это достать. Но у нас, по-моему, тут есть на складах все. Так, я вижу здесь личинка. Личинка, это не то. Да ладно, ты хочешь сказать, что здесь у меня нет пару лишних мозгов? Жир. Так, раскладывается. На что раскладывается, не понятно. Ладно, я возьму жир. Я возьму мозг. Ну и пока все. Посмотрим, и что именно здесь. Ну, блин, ну масло я откуда получал? По-моему, все-таки из жира мы, да, доставали масло. Давно это все было. Давай посмотрим, может быть, мы здесь можем что-то изучить и заодно проверить. Исследовать. Нет, видимо, у нас все это, что есть у нас, да, на руках исследовано. Давным-давно. Так, вот она, мешалка. Создать. Так, давай посмотрим, что мы здесь будем делать. Раствор замедления. Ты серьезно? Раствор жизни. Трындец. Так, специи. Так, блин, подожди, ну как же так-то? Масло создается... Винный пресс. Масло, винный пресс. Это же, по-моему, из конопли мы с тобой выжимаем. Сейчас, секунду. А нафига тогда мне ручная мешалка? Они меня с панталоги просто сбили, вот и все. Так, тут у нас с тобой крепкий алкоголь созрел. Так, хмель. С хмеля или... Так, а винный пресс, вот он у нас, да? Сейчас мы посмотрим с тобой. Твою налево, вот здесь. Слушай, ну действительно, с этого, с жиром мы делаем с тобой. Но только почему они написали
что смешалки нам нужно с тобой, да, ручной. Хотя надо было на прессе это делать. Очень интересно. Так, здесь, по идее, у нас должно быть в запасе где-то у нас. Должно это все лежать. Да ладно, не может быть такого. Так, это у нас желе. Это масло. Так, жир, вот он. Выложим с тобой историю. Цветок этот дурацкий за мной притащился. Воду вообще можно уничтожить. Так, пошли. Значит так, нам с тобой нужно сделать жир. Не жир, а масло. Твою ж налево, блин, не хватает. И все, блин, пошел, короче, я потрошить. Ребята, я как сейчас маньяк-потрошитель, блин. Оказывается, для того, чтобы сделать 10 масла, нужно 3 жира. Я на этот факт не успел посмотреть, и поэтому сейчас иду туда. Я вырезать, ребят, ничего не буду, потому что я запарюсь потом все это. Если что, вы проматывайте, если вам не интересно это смотреть. А я вот как раз, где у нас тут 36%, трупец-то был, вот он. Давай забираем и будем его сейчас аутопсию делать. Жир есть? Жир есть. Извлечь? Да, извлечь. Давай работать. Замечательно. Так, что из тебя можно еще вытащить? Кровь, кровь обязательно вытащим, потому что, ну, ты сам знаешь, нам с тобой лариха кормить. Что еще можно здесь взять? Ну, можно вытащить мясо. Сделать сэндвичи. Забираем с тобой тело и потащили его, короче. Я положу. Блин, пускай пока валяется здесь. Это, конечно, негуманно с моей стороны бросать здесь. Нет, я так не могу. Совесть не позволяет. Потом построим с тобой здесь, естественно, крематорий и сожгем, а пока он пускай лежит на палетке. Так, ну что, это у нас пресс не тот, это печатный. Странно, да? Почему-то вот сказали, что мы могли вот здесь вот с тобой сделать. Но этого не получилось, не произошло. Так, выложу я вот это вот. И вот это. Оно все равно нам не нужно в данный момент. Так, 3 жира. Это только лишь... На какую? Это получается на белую краску, да? 2 баночки мы с тобой белой краски сделаем. А нужно еще графит. Ё-моё, я с графитом так и не разобрался, если честно. Давай-ка с тобой сделаем. Графит-то где он? Нету графита у меня. И залежи я не нашел. Там, по своим сусекам поскреб, по ящикам. И все, что было, я уже, в принципе, израсходовал. Куда я иду? Иду создавать. Подожди, это склад. Куда я? Вот сюда, по-моему, да? Здесь же создается. Белая краска. Сколько? Одну, что ли, банку мы с тобой сделаем? Подожди, мне одна не устраивает. Мне надо 2. Так, белая краска, хорошо. Для черной нам нужно с тобой... Блин, порошок смерти. Создается на зомби-стол для алхимических ингредиентов. Порошок смерти. Порошок смерти. А вот теперь вспомни, где делается порошок смерти. Алхимический стол. Это письменный стол. Алхимический стол. Давай посмотрим. Так, порошок смерти. Из чего он делается? Порошок хаоса. Подожди-ка. А где все эти наши ингредиенты? Ну, чтобы я узнал. Так, он делается, короче, на зомби-стол для алхимических ингредиентов и алхимическая мельница. Алхимическая мельница это где у нас? Вот это, по-моему, да? Так. Так, блин, а что мне нужно для этого? Я не помню, какой рецепт. Твою же, блин. Почему я вот не могу вот так вот взять, подойти и просто посмотреть? Подожди-ка, у меня черная краска где-то есть. Стеллаж для свитков. Тихо.
Стеллаж для свитков. Ну-ка. Так, здесь нету. Вот оно, ё-моё, ну неужели, ребята? Нам повезло. Так, значит, белая краска, черная краска. Что еще он там просил? Этот осел. Давай. Так, где у нас тут персонажи? Так, сделать две банки того и того. Сделать 5 желе и сделать... Сделать флаг. Так, секунду. Желе и флаг. Хм. Про желе мы с тобой так и не поняли, да? Он где-то делается... Извини меня. На этом... На верстаке церковном. Вот что меня удивило. Церковный верстак. Давай пойдем кимарнем. В конце концов, уже... Бегаем с тобой, даже не отдохнувшим. Энергии практически нету. Короче, сейчас пойдем с тобой выложим две банки того-того. То есть это как бы одна часть задания будет выполнена. А дальше мы с тобой пойдем, наверное, молитву прочитаем. Людям нужна вера. А кто ее даст, кроме меня? Да никто. И насчет флага сейчас посмотрим, что там нам нужно сделать. Что там нужно сделать по поводу флага? Так, сдаем. Отлично. Ага, отправить знамя. Так, создаются... Блин, церковный верстак. А это создается на кухонном столе. Но ведь у меня этот рецепт не изучен. Или мне уже дали его автоматически. Ну, давай посмотрим, раз сказали, что мы можем сделать с тобой на кухонном столе. Пойдем посмотрим. Кухонный стол, вот он. Ну и чего? И где? Эй, ребят, вы меня обманули. А нет, нет, ребята, я забираю свои слова обратно. А, зеленое желе. А, вопрос. Как делается у нас с тобой зеленое желе? Ты помнишь? Я нет. Я не помню, как делать желе зеленое. Ну, может быть, у нас с тобой где-то по рецепту-то есть? Секунду, мы можем посмотреть с тобой в технологиях, да? Кухня. Смотрим здесь. Я не вижу. Я вижу закуски к пиву. Углеводы. Нектары богов. Стоп. Ну ведь желез же должно уже как-то делаться. Нет, серьезно, вы давайте завязывайте. Может быть, у меня где-то лежит, конечно, желе. Давай посмотрим. А, здесь я не вижу. Золотой есть золотой самородок. Слушай, мне кажется, желе мы с тобой добывали, когда ходили в подземелье. Обед. Так, кровавые гвозди. Исследование не завершено. Я даже, ребята, не исследовал, понимаешь, это желе, поэтому я даже не знаю, из чего оно делается. Блин. Ну чё, неужели вообще нигде нету, а? Ну серьезно, что ли? Как-то обидно. Давай посмотрим, может быть, здесь где-нибудь хотя бы завалялось, а? Зеленое желе. У меня есть всякое. Оранжевое есть и синее. Но с зеленым, блин, какие-то проблемы. Так, мозги. Склад бревен. Так, эликсир пищеварения. Что он дает? При использовании зелья пищеварения. Так, еда приносит вам больше энергии. Понял? Нет, вот синего желе очень много. Кстати, его тоже нужно взять нам для того, чтобы мы могли с тобой... Исследовать это в ящике. В каком ящике? У меня этих ящиков тут море. Значит, мы с тобой синее желе сейчас возьмем. И желтые, да? Желтые, по-моему, у нас тоже неизведанное, да? Желтое желе. Слушай, по-моему... Нет, не знаю, ребят. Не хочу врать. Догадки догадками, но... Чтобы точно сказать, как делается оранжевое желе. Осел там пришел. Подожди, моркови нету, что он там зазвенел?
Че, он мне трупы до сих пор, что ли, поставляет? Да где это жилета, блин, желтые? Вот оно. Так, пойду-ка я сейчас гляну. Ой, елки-палки, хорошо, что он прозвенел. Я забыл совсем про молитву. Молитва, срочно идем молиться. Так, нет, видимо, он просто забрал задание. У нас с тобой... Успею ли я к вечерней-то зорьке? Так, давай быстрее. Нам нужна вера. Так, создаем. Вот так вот. Успел? Успел. Успел, ребята. Я бы хотел сказать речь. Наша церковь великолепна. Да, ты превосходный. А сейчас давайте помолимся о благословении. И не забудьте про пожертвование, естественно. Отлично, да, хорошая проповедь, брат. Не забывайте про пожертвование. Да, да, он хорошо прочитал проповедь. Да, действительно, великолепно. Ну, пойдемте теперь работать. Так, ну, а мы с тобой забираем веру. Ну и забираем, естественно, деньги. Так. Давай, наверное, через подвал пойдем к нам. И я хочу исследовать желтое желе и зеленое. Ну-ка, исследовать. Так, этот предмет может быть разложен на жидкость и эссенцию. Так, и, пожалуйста, еще вот это вот красное. Наверное, то же самое, да? На жидкость и эссенцию. Да, на жидкость и эссенцию. Это все, конечно, хорошо. Но где сам ресурс этот добывать? Оранжевое желе. Вот хоть убей, не помню. И почему, самое удивительное, у меня ни одного нету? Так, тут колбы, вода. И здесь, походу, тоже нет у нас, да, с тобой? Блин, что, идти в Википедию смотреть, откуда мы с тобой можем взять это желе оранжевое? Я не помню, ребят, хоть убей. Давай, наверное, кимарнем. И заодно посмотрим. Так, сказали ловить где-то их утречком, часиков в 9 утра, этих слизней. Как тут определишь, 9 утра сейчас или сколько вообще? Непонятно. Ну что, давай подождем маленько. У нас с тобой... Оу, точно, друзья мои. Меня не обманули. Вот они. Вот вы, гаденыш, а я ночь напролет искал, ждал их. Трындец. Википедия немножко там, ребят, запуталась сама в себе. Ну что же, теперь я спокойненько пойду делать желейных вот этих мышек. Так, где они тут у нас? Вот. А сколько нам нужно? Ладно, сделаем на все. Да? Ну. Так, желе невероятного могущества. Честно говоря, я забыл, сколько там нужно ему штучек. Ну, да неважно, сейчас попробуем отдать. Если не хватит, мы еще с тобой побомбим, да? И уже нужное количество отправим. Так. Твою ж налево. Представляешь, буквально одной желешки не хватает, а? Блин, они уже, наверное, все, они уже ушли. Их здесь уже, наверное, нету. Нам придется ждать следующего утра. Ну да. Ну что, я предлагаю тогда немножко нам с тобой устать. Выспаться и как раз уже сюда прийти опять днем. Добомбить, кого нам нужно, и выполнить задание. Так, сделаем с тобой простых деталей. Целую кучу. Чтобы быстрее у нас с тобой выносливость упала. Все, пошел я, короче, кимарить. Заодно сохранение. Блин, ну надо же, одной желе не хватало, а? Твою же налево. Короче, нам нужно с тобой проспать всю ночь и где-то под утро уже подорваться. То есть, мне кажется, еще придется мне немножко подустать. Потому что я проснусь как раз посреди ночи. Нет, такой вариант меня не устраивает. Ну, самое главное, что хотя бы мы знаем, что можно. Можно, ребята, кроме подземелья,
добыть это желе. Что-то вообще как-то не ахти. Давай-ка мы еще с тобой подустанем, чтобы нам хватило до утра. Все, я думаю, этого более чем достаточно. Пойдемте бронем, если что, мы встанем. Значит, не в самую рань, да, с утра, а чуть-чуть уже, как говорится, ближе к полудню. А у нас как раз, наверное, с тобой и получится, да? Да, приблизительно. Нет. Чуть-чуть придется еще поработать. Самую, так сказать, малость. Ну что, давай создадим, ну, гвозди, например. Все, отлично, у нас с тобой здесь есть медитация. Давай здесь, наверное, да? Какая нам, как говорится, разница? И вот теперь где-то самое то. Давай просыпайся, просыпайся, господи, а то мы сейчас с тобой прозевакаем все самое интересное. Вот они, слизни. Опа. Что такое? У меня не хватает места, да, в инвентаре? Да вон, выкинем хотя бы с тобой вот эти вот детали, они мне не нужны. Ради этого желе все, да? Теперь более чем достаточно. Так, ну что, делаем с тобой еще одну мышку. Могущество, и отправляем это, конечно же, все нашему ослику. Так, давай, делай. И остается еще одна нерешенная задачка. А это именно по поводу знамени. Он говорит сделать ее на церковном верстаке, но... Слушай, а почему у меня полоска... А, красная, ну все, понятно. То есть красная это... Здоровая, да? Что ж, по крайней мере, мне есть чем гордиться. Кому кроме меня доводилось спонсировать социалистическую революцию фигурками желейных антропоморфных крыс? Да, это точно. Так, ну что, остается последнее. Отправить вот это вот знамя ослиной революции. Где оно там делается? Давай-ка посмотрим по заданию. Сделать и отправить... Так, подожди, через ящик контрабанды. Так, слава богу, они не попросили еще и ослиный интернационал. Церковный верстак. Я никак не могу понять. Церковный верстак. Стоп. Церковный верстак. Ну, такого здесь не было у нас никогда. Ящики. Я вижу клумбы, газоны, светильники. Но верстака здесь нету. Может быть, нам его нужно сделать? Этот верстак. А потом прийти сюда и поставить. Я сейчас зайду, гляну, что у нас там вообще доступно по производству. Так, склад железной руды, деревянная наковальня. Так, плавильня. Склад бревен, козлы. Столярный верстак я вижу. Бумажный пресс. Ну, нету здесь никакого церковного верстака. И хоть ты тут убей. Его просто нету. Так, что у нас там сделать? Ну, это понятно. А построить... Блин, пора, наверное, навестить этих ребят-то. У нас там, наверное, уже репутации выше крыши. Так, где у нас лагерь беженцев? Давай посмотрим. Да, 9 из 9... И что нам нужно сделать? Колодец, да? Или же... Ну да, сделаем колодец им. Ух ты. Автоматически, ребята, мы построили. Так, улучшить склад и построить еще одну палатку. Ну, у них тут шикарно. Будет прям как у меня, ё-моё. Водичка добывается автоматически. Никто со мной, я так понимаю, разговаривать пока не хочет. Да, в принципе, и не нужно. Что-то надо, ребята, по технологиям, наверное, смотреть. Может быть, я где-то что-то упустил. Так, это скрытая технология. Откроется позже. Откроется позже. Так, здесь каменная молельня. Сжигание тел. Так, улучшение кладбища. Сила веры, сила веры. Нету, нету тут никакого, извини меня, церковного верстака.
Может быть, еще рано. Я не спорю, ребята. Может быть, еще рано. Может быть, пока не дали нам с тобой такой возможности. Видишь, тут печатный пресс. А здесь у нас все идет по грядкам, да? Пересаживание, виноградники. Так, одомашивание пчел. Зомби-пивоварня. Тут нету. Так, здесь по этим технологиям у нас все абсолютно развито. Ничего нового не добавлено. Тут обработка камня. Так, зомби-шахта. Там кашляет. Так, лучший друг, самоцветы. Нету. Почему-то пока мне или эта технология недоступна, или еще действительно рано. Ну, что мы можем с тобой тогда пока делать? Давай посмотрим. Так, улучшать склад или построить палатку. Так, приносить ему кровь. Так, мастер Аларик, ты там жив еще? Еще жив. Так, на тебе кровушки. А он мне за это еще и платит. Шикарно. Ага, блин, Герри же, ё-моё, я про него совсем забыл. Твою ж дивизию. Погнали. Я к нему тоже был прийти на следующий день, а у меня уже прошла, наверное, неделя. С этими жилехами меня с панталыги просто сбили. Ну что ж, давай поговорим о королеве вампиров. Ну? Ну что, твои призраки что-нибудь рассказали? Еще бы. Говорят, призрак Уильям посетил еще парочку студентов и сообщил им, что их папаша убиты их дядями. Ого, невероятно интересно. И это все? Почти. О черно-золотой мантии они вспомнили одного призрачного чудака из подземелья. Он появился всего один раз, еще до Большого Взрыва, и он искал ту женщину. Она якобы забрала его ногу и не вернула. Ладно, это лучше, чем чего. И где конкретно мне искать этого чудака-призрака? Он шепелявил, стало быть, он с 8-го этажа. И не спрашиваю, почему. А еще... Если хочешь, чтобы он тебе явился, тебе будет нужен особый амулет. Так, и как сделать этот амулет? Ну, человеческий кишечник, немного воска и, да, шерсть осла-коммуниста. Да, совершенно верно. И не спрашивай, почему. Трындец. Осла-коммуниста. Блин, ну и задания пошли. Я офигею просто, ребят. Давай посмотрим, что это у нас тут. Ой, блин. Короче, взять кусок шерсти, чтобы сделать амулет. Так, это он должен ко мне сюда, да, приехать. Так, улучшить кухню. Так, это с кровью все связано. Улучшить склад и построить еще одну палатку. То есть мне нужен в данный момент осел. Ну, осел, надеюсь, уже коммунист у нас. Или еще пока нет. Для контрабанды. Не знаю, ребята, коммунист, не коммунист. Но морковку я сюда ему положу. 10 штук. И надо будет ждать. И надо будет ждать. Но ждать мы этого уже будем, ребята, в следующей, наверное, серии. Потому что я с этим желе, ребят, я, наверное, половину здесь вырежу. Потому что я это подземелье все обыскивал. Не один раз. Много очень этажей там пробегал. Я думаю, что это никому не будет интересно. Так, ну что, морковка у нас... Блин, 5 с морковкой беда. Еще и вот это вот знамя непонятно как делать. Коммунистическое это, да? Вы что, издеваетесь, что ли? Всякую потроху мне даете. Мне нужна морковь. А вот, 14 штук. Как раз мы с тобой загрузим десятку. Он придет, я не знаю, выщипнем мы ему у него этот клок шерсти. Для того, чтобы сделать амулет. Клок шерсти. Немножко все это странно. Ну, да, таковы, ребята, реалити этой игры. Как раз у нас ночь, я пойду спать. Уже с тобой увидимся в следующей серии и продолжим. Если придет осел, и мы не сможем из него вырвать клок, естественно, нам придется... Не знаю, как-то делать верстак. Я посмотрю еще по Википедии, где этот верстак делается. Мне кажется, мы еще просто с тобой не открыли эти технологии. Так что, дорогие друзья, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.